Итоги работы и развития опорного вуза региона в 2017 году обсудил с представителями СМИ ректор Гагаринского университета Игорь Плеви. Пресс-завтрак прошел в новом корпусе СГТУ 18 декабря. В неформальной обстановке Игорь Рудольфович рассказал журналистам о том, что значит для университета статус опорного вуза. Мы смогли своими программами показать, что есть потенциал, есть мысли, что можно сделать в нашей области несколько иначе, что можно было предложить городу, какие задачи мы ставим перед собой для, будем так говорить, повышения качества и подготовки специалистов, ну и для работы на регион. Я подчеркиваю несколько раз, для работы на регион. Кроме того, ректор отметил, что один из главных приоритетов вуза – это работа со школьниками. Речь идет не просто о привлечении абитуриентов. Сюда входит и создание регионального образовательного центра «Технариум», работа со школьниками в детских школах, организованных на базе СГТУ. Уже сейчас к нам идут ребята с очень достойными баллами, достойными средним баллом ЕГЭ. И в этом году средний балл уже составляет нас 67, хотя еще совсем недавно не дотягивал до 60. То есть это говорит о том, что к нам стараются идти, учиться, потому что здесь интересно. Важно организовать для студентов не только качественный учебный процесс, но и сделать его максимально комфортным. Это технически оснащенные кабинеты, зоны для отдыха и доступом в интернет и многое другое, что делает СГТУ востребованным среди ведущих вузов Саратова. Яна Чумакова, Дмитрий Банов, совместно с пресс-службой СГТУ.